Хитклифф на консервной фабрике. Ах, как хорошо. С чего начать? Сперва утренняя газета. Перед завтраком стакан холодного молока. Кажется, пора. Жизнь прекрасна. Жизнь ужасна. Хороший день начинается с хорошего завтрака. Прекрасная пища. Прекрасный залог прекрасного дня. О, пусто. 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 В чем дело? Все пустые. С Хитклиффом это не пройдет. Пойду на консервную фабрику и научу их, как надо работать. Эй, Вордсворт, смотри! Это Хитклифф. Я им покажу. Побросали всякий мусор, безобразие какое-то. Эй, Хитклифф, что ты бормочешь? Не слышно. Говорю, что Гектор, Вордсворт и Мунго — законченные болваны. Нельзя так обижать лучших друзей. Я очень сердит. Мне подсунули пустые банки вместо корма. Злобный пес взял твой корм и унес. Вордсворт, Хитклифф смелый, ему не страшны жалкие сторожевые шавки. Гектор, где ты видел сторожевую шавку? Сторожами служат... бульдоги! Теперь Хитклифф будет ловить мышей! У тебя одни шутки на уме. Говоря об уме, я, конечно, пошутил. Изготовитель корма не выполнил норму. Способа нету призвать его к ответу. Да, спорим? Это дело гиблое, приятель. Да. Проиграешь, мы твои должники. Ой! Нет, Эйнштейн. Если Хитклифф проиграет, он будет месяц носить нам завтрак в постель. Идет? А если я выиграю, какой мне прок от тупых слуг, а? Эй, босс, завод охраняет Брама. Увидев его, все кричат громко: «Мама!» Ай! Прости, совсем забыл представиться. Я Брама, охранник. Если ты придешь снова, от тебя останется рыжее пятно на полу. А теперь вон! Мы привыкли завтракать в 8. Свежая рыба подойдет. Может, мы будем завтракать в 8:30, я подумал. Может, мы будем завтракать в 8:30. Ты молодец, Брама. Кого ни за что нельзя пускать на нашу фабрику, так это котов. Раз, два, три, четыре, пять. Уф! Ни один пес не выставит меня дважды. Автоматическая система охраны – верное средство от наглых котов. Да, насчет завтрака. Я подумал, в 7:30 будет лучше. Кто здесь шумит? Кажется, я в тебе ошибся. Эй, хочешь быть сторожевым котом? Ты сможешь есть любые консервы.
Брама, ты уволен. Последний бифштекс получишь по почте. Мне не нужен пес, которому не справиться с котом. Убирайся! Я еще вернусь сюда и застану этого кота врасплох. Смотри в оба! Я всегда говорил, что жить надо с огоньком. Ничего, мы еще встретимся. Почта! У меня есть идея. Я спрячусь в коробку и смогу пробраться на фабрику. Видимо, почтальон это забыл. Итак, приступай к работе. Твоя смена продлится до утра. Никого сюда не впускай. Оп. Эй, мальчики, нельзя ли чуть потише? Где этот коп? Я хочу свести с ним счеты! Леоп, Леоп, давай. Мыло мой чисто, шампунь такой душистый. Ах, как здорово! Можно повторить, босс? Ну, держись, кот! Я тебя в порошок сотру! Я не люблю, когда мне портят завтрак. Намек понял? Пусто. Если бы я знал, я бы сам отправился на фабрику. Хитклифф ее разрушит. Что тебе, сынок? Я боялся, что никого не застану. Тебе повезло, что я вернулся. Я могу тебе помочь? В этих банках не было корма. Пожалуйста, прими извинения. Сейчас мы все быстро исправим. Вот, самые свежие консервы. О, спасибо. А? Так. Выходи. Кто устроил здесь погром? Не прячься! Я так и думал. Будете работать всю ночь, чтобы к утру все привели в порядок. Ах, как хорошо. С чего бы начать? Вот. Молоко. Отлично, где моя газета? Свежая газета, сэр. Вкусно. Эй, босс, это объедение. Можно будет завтра повторить. До него не достучаться. Разреши. Да, что-то не так, босс. Снова мне испортили настроение. Хохотун. Ха-ха-ха!
Сейчас я им посмеюсь. Ой, кто это? Закрой рот, чокнутый цыпленок. Эй, над риф-рафом смеяться нельзя. Думаешь, я шучу? Тебе все еще смешно? Что ж, посмотрим, кто посмеется последним. Ладно, так и быть. Последняя слава за тобой. Я пошел. Буду спать. Вот так, в самый раз. Отлично. Я ничего не слышу. Ну вот, снова слышен этот смех. Он доносится из комнаты риф-рафа. Да-да, Мунго, ночью веселится тот, кто не ведает забот. Надо избрать нового вожака. Мне не нравится то, что здесь творится. Вперед, пора все выяснить. Я слышу этот дурацкий смех даже во сне. Да, точно, мне снится страшный сон. Эй, что это вы явились в мое жилище без приглашения? А, прости, Раф, нас беспокоит твое состояние. Держите его! Мое состояние? Чепуха. Лучше помогите мне избавиться от пустоголовой птицы. Пустоголовая птица, вот так приснится. Да, птица. Вот и она сама. За мной, друзья! Объясним этому непуганному воробью, как себя вести. В атаку! Не получилось. С меня хватит. Мне надоело. Я ухожу. Мы пойдем с тобой! Переждем здесь, пока эта тварь не уберется во свояси. Во свояси? Даже не мечтай. Похоже, ты приглянулся этой птичке. А? Ты ко всем умеешь находить подход. Даже к самым безмозглым. Спокойно, мохнатый. Следуйте за мной. Риф-раф, ты нашел прекрасное место. Что делаем дальше? Мне интересно. Будем здесь спать по очереди. Чур я первый. Уже сплю. Он будет спать, а мы его сторожить? Чем удивляться, подумай сперва. Шесть глаз лучше, чем два. Опять снится? Этот дурацкий сон. Куда они делись? Мы здесь, риф-раф. Давай к нам. Здесь, конечно, тихо, но... воняет. Я нашел рыбешку. Сбежали от птицы. Весь город нас обсмеет. Ты прав, Гектор. Мы не отступим. Война значит война. Большая свалка.
В нашей родной стихии ни одна курица долго не продержится. Только давайте без решительных мер, ведь это всего лишь птица. Из городского зоопарка сбежала птица-хохотун. Да ну! Помолчи! Ты намерен драться, о наш великий вождь? Верно, Гектор. Нападение – лучшая защита. Как только появится птица, атакуем. Спешить не надо, за птицу ждет награда. Эй, хохотушка, ты смеялась в последний раз. Лучше сдавайся. Это твой ответ? Значит так, слушайте внимательно. Все поняли задание? Тогда по местам. Напоминаю, я приманка. Как только появится птица, хватайте ее. Ясно? Ясно. Ясно. Они идут. Приготовились? Не бойся, птичка. Иди ближе. Я знал, что ты здесь. Теперь я посмеюсь. Ха-ха-ха. Ты свое отхохотала. Пора переходить к плану Б. Как это вышло? План Б. Надо приготовить воздушный шар к взлету. Ты что, Рифраф? Думаешь, птица зайдет в клетку добровольно? Не смеши. У меня кое-что есть. Смех поможет мне ее поймать. Да-да, ясно. Что ж, веселушка, теперь посмотрим, кто будет смеяться последним. Эй, детка, я здесь. Радуйся, крошка, посмеешься ли снова? Сработало. Я виноват, детка. Но ты еще скажешь спасибо, когда мы поможем тебе вернуться на твой родной остров. Ну вот, мы стараться рады, но где награда? Для меня награда – это счастливый конец. Люблю, когда все смеются. Да, я тоже, я тоже. А ведь за эту птицу могли дать что-нибудь весьма полезное. Мы упустили свою удачу. Прошляпил удачу, не стал богаче. Ха! Счастливый конец! А? Для кого счастливый? Для нашей птицы. Она была рада вернуться домой. А вообще? Мне нет ни дела. Ну, наконец-то. А? Что это? О, нет. Все сначала. А? Глазам не верю. Не надо. Ну, вот. Старого пса не нужно подгонять. Особенно, если он толстый. По-твоему, я толстый? Не принимай близко к сердцу. Старому псу нужны упражнения, но он не может бегать и прыгать, как резвый щенок. Лучше всего устраивать псу оздоровительные прогулки. Идем, Рок.